bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. If I stay too long, I'd probably break down and cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. She's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place, where as a child they hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Ну, здравствуй. Добрый день. Да, Мендит, зовут тебя как? Меня зовут Горя, Горя Абушиев. Собственно, мне полных 31 год. А музыка никогда я профессионально не увлекался и не занимался, не оканчивал ни музыкальную школу, ни училище тем более. Но у меня была такая тема, каждый раз, когда я с кем-то знакомлюсь, этот новый человек, он почему-то всегда был уверен, что я умею играть на музыкальном инструменте, там, на гитаре, еще там на чем-то, ну, возможно, из-за прически. Прическу я постоянно примерно такую длинную носил. Вот. И в конце концов, когда мне было уже много лет, 27, я думаю, ну ладно, раз все думают, что я могу играть, я, пожалуй, куплю себе гитару. И купил себе гитару, начал на ней играть. Причем сейчас что удобно, у нас же есть интернет, и для того, чтобы научиться на гитаре, даже учитель не нужен. То есть можно смотреть какие-то обучающие видосы в интернете, в YouTube, и по этим видеоурокам как бы научиться играть без проблем. Ну, на таком, на своем, на базовом уровне, потому что никто же не требует профессионализма. А так для себя, для друзей поиграть – это всегда в радость. Вот, а несколько лет назад, ну как несколько, где-то года два назад, я подумал о том, что вот есть такой интересный инструмент, укулеле. Это гавайская гитара, маленькая, конкретно вот эта концертная гитара. Есть сопрано, она еще меньше, вот где-то вот настолько. Это чуть побольше. Есть еще тенор, она чуть побольше еще. Вот, укулеле, гавайская гитара, она мне показалась интересной, потому что вроде инструмент маленький, а по функционалу, по своему, она, в принципе, как настоящая гитара. То есть на ней можно играть и сложные вещи, и простые, ну, до сложных вещей там недалеко. Ну, вот. Простые вещи легко заходят на ней. На ней легче гораздо аккорды ставить, чем на обычной гитаре. Струн меньше, да? Учиться вообще легко, тем более, если ты уже умеешь какую-то базу. Например, если ты там чуть-чуть играешь на гитаре, на укулеле перейти, это дело, ну, 2-3 недель, и ты уже, в принципе, аккорды запомнил и играешь уже нормально. Я так понимаю, ты все улавливал на слух? По аккордам, по аккордам. Я же говорю, у меня нету музыкального образования. Нет, например, чтобы, например, какую-то песню исполнять, нужно все равно какой-то базовый слух. Ну, да, да. Чтобы играть... Ладно, там аккорды представляешь, а вот когда этот аккорд поменять, да, или когда... Тут в любом случае, ты на любом музыкальном инструменте, чтобы играть, нужен, ну, хоть какой-то слух, хоть какие-то способности. Ну, прям сильно большого таланта для того, чтобы на любительском уровне играть, я думаю, не требуется. Тем более это... Ну, сейчас вообще у нас жизнь такая... Профессия? Что... Профессия у тебя? Я последние где-то уже почти 10 лет занимаюсь журналистикой. Я начинал с тележурналистики в 2010 году, но потом быстро перешел в газетную журналистику, потому что с печатным словом мне работать гораздо удобнее и приятнее. Вот, и так что я где-то с перерывом на армию, получается. Получается, 9 лет у меня стаж в журналистике. А музыка это, ну, только для себя. Соответственно, так, да. А где? Я в разных изданиях работал. Я сотрудничал со Степной Мозаикой давно, где-то в 11-м еще году. Потом ушел в армию, потом... Я перешел в Калмыкию сегодня, это было с 2013 года, после возвращения из армии, и потом 3 года.
А последнее время я сотрудничаю с «Элистинским курьером». Это городского типа газета. То есть это, если раньше это были все-таки регионального масштаба газеты, сейчас она чуть поменьше, но тем не менее. Интернет-издания какие-нибудь? Нет, не пробовал себя. Потому что, например, в каком там году было? В 15-м или в 16-м, или в 12-м году знаменитый журнал Life полностью отказался от бумажного издания. А это тенденция такая, которая идет у нас в любом случае. То есть бумажные издания не в любом случае уйдут. Останется какая-нибудь рекламная продукция, не более того. Потому что у нас, ну, опять-таки, у нас жизнь развивается. Сейчас интернетом люди все больше и больше. Все больше и больше у него получается аудитория. А люди постарше, которые привыкли к газетам, они постепенно уходят. Соответственно, ну, пройдет еще 5-10 лет. Ну, региональная журналистика, она, может быть, сохранится в ближайшие 10 лет. Но я думаю, что в ближайшие 10 лет как раз-таки федерального уровня и большие издания, они все перейдут в электронный формат. Вот сегодня современно модно вести всякие разные блоги в таких мессенджерах, как вот, например, Telegram. То есть открыть Telegram-канал, и если ты очень хорошо и грамотно владеешь словом, я думаю, несложно монетизировать все это дело и подобрать аудиторию и прочее. Ну да. Пробовался? Да нет, я в блогосферу я не лезу. Я, естественно, активный потребитель. Ну, ввиду того, что ввиду своей профессии, я должен быть в курсе. Но так, чтобы продуцировать контент, это нет, пока еще не делал этого. Но у меня были, естественно, не только по одной линии, то есть работы. Я, допустим, в пару лет назад, 2018 год, я сотрудничал с Союзом ветеранов МВД Калмыкии, и мы к столетию уголовного розыска России подготовили книгу про уголовный розыск Калмыкии. То есть я так технически меня можно назвать и писателем, потому что одна книга как минимум у меня вышла. Вот, это был такой интересный опыт. То есть мы в течение полугода сделали настоящую полноценную книгу там. Сестренка и каюк, наша мама на юг улетела недавно. Жизнь без мамы не мед, это каждый поймет, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит женой кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалости наших. А пошалить хочется очень, мы ведь не так многого хочем, каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была, не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, что по воздуху мчатся. Плыли б внизу, реки поля бы, у всех отцов падали в шляпы, вот красота, только бы папа не увидал. Я почти улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежала. Папа страшен от скал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня папа шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанья попы, вот подрасту и буду шлепать попы я сам. Отца не виним, мы помиримся с ними, забудем про ссоры. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне достать порошка, пол посыпать слегка, пусть спичечку на пол. Так взлетать я хотел, но один не сумел, так взлети вместе с папой.
у всех отцов богатый опыт по мастерству. Шлепанье попы вот подрасту и буду шлепать попы я сам. Break down.